100 лет – солидный возраст. За это время из стен Орловского техникума агробизнеса и сервиса вышло несколько десятков тысяч специалистов самых разных профилей. Сейчас же в нем учатся более 1000 человек и работает 134 преподавателя. Мы обучаем студентов по 7 специальностям и 14 профессиям. Кроме того, на базе техникума функционирует, успешно существует центр прикладных квалификаций, который ежегодно выпускает более 400 человек, которые прошли профессиональную переподготовку. 2 года назад техникум получил грант более 30 миллионов рублей от Министерства просвещения. Деньги были вложены в новые мастерские, технику и оборудование. И вот теперь молодые профессионалы здесь могут и учиться, и соревноваться. Представители из различных учебных заведений области, и они выполняют задания на различных модулях. Здесь у нас расположены модули. Модуль А – электрооборудование и электроника, модуль Б – двигатель, модуль С – механический примут и модуль Е – комплектование пахтного агрегата. На каждый модуль дается 3 часа времени. Задание очень сложное даже для бывалых механиков, говорят эксперты. Свое мастерство участники демонстрируют на 2 соревновательных площадках. Эксплуатация сельскохозяйственных машин и ремонт и обслуживание легковых автомобилей. В каждом модуле представлен линейный эксперт, который наблюдает за правильностью выполнения, за соблюдением техники безопасности, за выполнением всех аспектов, разработанных ранее. То есть это и есть сама процедура оценивания. Если по всем аспектам участнику поставили плюс, перед ним открывается прямая дорога на всероссийский этап чемпионата. Лучших из лучших в масштабах страны будут выявлять уже в июле. Сергей Прошкин, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной».